Всем добрый день, братцы рыбаки. С вами наноспиннингист МСК. Сегодня 19 мая. Раннее утро, 4 утра. Вот такой вот водоемчик с карасями. Идем на карасевую точку. Ага. Видишь, вот кстати, вот эта лужа тоже очень хорошо работает. Хочешь здесь, хочешь я подвину, ставь как хочешь. Не-не-не, лови как хочешь. Так. Пока тишина. О, Ром, кого-то зацепил. Ну, все равно. Первая поклевочка. Утренняя. Тех, я его даже фотографировать не буду. Ой, какая свинья там плюхнулась. Да, вот, сейчас, подожди. Будет на нашем улице. Морально я готов. Нет. К встрече с прекрасным. Так, с опарышем опять тишина. Хорошо. Давайте на мотыля ловить. Еще можно поставить червячка какого-нибудь попробовать. Ну ладно. Почему бы не поставить червячка? Блин, забрался. А? Межяйцевый зажим, капушка в воде. А-а-а. Червячка. Огрызок червячка Беркли. Мышиный хвост. Пролежавшего в банке с мотылем. Ага, да, вижу. Спасибо. Рома, а там что, залив, да, тоже? Вот там. Не было никогда, да? Я думаю, что. Опа! Ну это окунёк. Ну это самое, где ты. Вот до этого вагона. Угу. Ждем. Неактивный окунечек, не очень активный. Это при том, что червячок у меня плавающий. И он на дне стоит. Мотыль? Да. Да, но он маленький, он может не поднимать тебе крючок. А этот шарнирный крючок точно поднимает. От дна. Так что, может быть, все только начинается. Так, ребят, что-то у меня камера глюканула. А в это время была резкая поклевка. Даже не знаю, что за рыба. Я думал, я был уверен, что это щука. Настолько она резкая была. Так. Пацак сейчас возьмем.
сейчас познакомимся с резким товарищем. А? Да, карась. Ну, очень резко. А, он подбагрился, под голову. Все ясно. Карасик. Ну, хоть так. Тащи его сюда. О, красавец. Красиво окунёчка, да. О, попробую на шартрес. Практически микроджик у меня начинается. Ой, у меня поклевка. Вот видишь, серии пошли. Ну это какая-то хрень. Кто это? Карась. На этот раз честно схватил за это самое. Не, в рот. На шартрез. На червячка шартрезного. Все равно приятно. Я был уверен, что это окунь. Есть. Ну, это уже окунь. Окунёк нет в этот раз. Шартрес рулит. Ну давай, кого-то я еще поймал. Окунек. С паузами. С какими-то выдергиваниями из-под травы. Так.